А, нет, это мои деньги. Нет, 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 нет. Поняла? Мы их обхитрим как-то. А вот так вот, и вот так вот. О! Ты ставишь телефон? Да, я ставлю телефон. Я могу цепочку поставить. Я же говорю, тут два варианта. Либо он выпил таблетку для мозга, либо он читает мысли. Он мухлюет. Так, такси. Стоп, почему у меня не вызывается такси? Что такое? Недостаточно средств. В смысле? Деньги закончились на карте. А наличка? Так, стоп. У меня где-то здесь была наличка. Наличка, наличка в рюкзаке. Нет, это салфетки. В смысле? А где моя наличка? У меня еще было. Блин. Наличка здесь. Так, что у нас здесь? Блин, тут на такси даже в один... Туда и обратно не хватит даже. О, а может у ребят занять у кого-то? Так, надо пойти спросить. Лучше взять с собой, чтобы и те кто-то не стырил или что-то. Ой, ребята, что вы тут делаете? А ты как думаешь, Коленька? За невинным карты играем. Ага! Карты? На что? Ну что, на раздевание. На раздевание. Кто раздеется, получит конфетку. Ой, ну это скучно. Давайте вот, на деньги. У тебя много денег? Ребята, я скрываюсь. Флэшбэк. Хорошо. Ну давай тогда все твои деньги. Давай все. Все вот эти все. Все ты деньги ставишь, да? Мы играем. Ты ставишь все свои деньги. Так, давай, Межган, считай наши карты заново. Все, отменяем игру. Так, мы всю сумму мою ставим. Ну да. Только у меня не все есть. У меня, правда, вообще налички нет. Я могу или на карту скинуть. Это мои последние деньги. Смотрите, давайте я могу сережки, типа, ну, положу сережки, но подтверждение того, что я еще на карту скину, если надо. В смысле, а это что, золотые? Не совсем, но... Райс, это какой-то... Это сережки Джессики Струмдрум. Знаешь, сколько они стоят? Дороже вот этого. Так, я за эти твои сережки никуда на такси не съезжу. Ты давай деньги. Послушай, я тебе скажу так. Ты знаешь, если ты продашь сережки Джессики Струмдрум... Вот дай сюда. Что я скажу водителю? Здравствуйте, у меня сережки Джессики Струмдрум. Везите меня. Везите меня на Хрещатик. Ребят, я иду по-крупному и оставлю ложку. Так, вы содрали своими ложками. Короче, что я куплю за ложку маки? Нету дипы? Договорились. На карте. Карту соус. Тебе скину. На ладно, карте. Только без вот этих вот ваших штук. Добирайся. Да. Все, давай. Ты хотел серьезно играть? Не нравится на раздевание? Давайте играть на деньги. А что, у тебя проблема с деньгами, что ты решил на деньги сыграть или что? Нет. У меня всегда много денег. Просто это такая изюминка, экзотика. Экзотика. Давайте. А, ты хочешь новых эмоций, да? Да. У кого 6? Тебя 6? У меня семерочка. У меня 6. А у меня нет. Нет, ты тогда ко мне ходишь. А, да? Да. Извините, я не помню. Ты решила все свои деньги проиграть? Я выиграю тебя. А мы переводного? Да. Перевожу на Мишу. Ой, как тебя зовут? Коля. Я их путаю, они в одной комнате живут. А что ты смотришь? Ты был так уверен. В чем проблема твоя? Забирай. Забирай, у тебя нет, забирай. Спасибо. А вот, вы знаете, всегда, когда ты такой, на деньги, да, всегда обычно такие люди проигрывают. Коля, семерочка. Забирай уже. В смысле забирай? Что, в смысле? Почему вы мне все даете свои карты? Ну, мы щедрые люди. Все, а вот я ставлю вот такого. Куда ты ставишь, ты не ходишь сейчас. Собрался на деньги один играть. Я просто щедрый. Межган, смотри, делаю красиво. А зачем вы в первую очередь отдаете свои тузыри? А это ж не козыри. У меня две карты снова. Это буковка Таня. А ж козыри это кто? Тик-ток. Буба. У тебя козырный туз.
Он бьет все. Точно, я же, блин, никак не... Походу, ты тоже так играешь карты, как и я. Я забрал уже дальше. Какая Буба? А посмотрите, сколько я денег поставлю. Буба и Боба. Ты в этом случае Боба. Я ж не хожу через доктор. Ты можешь забыть уже про деньги, Коль. Ты можешь забыть. Все, забудь. Давай, ходи. Чики-бомбони. Чики-бомбу. Ой, классно. Перевожу Коле. Опа. Я перевожу тебе. Нельзя восьмерочкой. Нельзя семерочкой. Нельзя семеркой переводить восьмерку. Пошли в жопу, значит, вот такую вот семерку. Нет. Еще козырная. Все, нет, я не принимаю подарки. Это козырная. Коля, ты играешь по своим правилам. Коля, берем. Ставлю комара. Все, пошли в жопу. В смысле забираю? Это что такое? Это не забираю. Дамка, подкидывай. Так у тебя дамы были, ты должен забрать. Я подкидываю. Ты себе подкидываешь, забирай. Коля, забирай. Ну реально, ну что это такое? Ты не умеешь играть. Ты поставил себе деньги. Это твоя вина, потому что ты не умеешь играть и поставил себе деньги. И мы, как ребята, которые потратили свои нервы на тебя, которые не умеют играть, делим эти деньги между собой. Нет, это мои деньги. Нет, нет, это мои деньги. Коля, я перебиваю твою карту, и ты забираешь. Вот посчитай, это все. Сколько денег? И тут еще копейки есть. Мне интересно это пересчитать, дайте да, мне маленький. Чему ты не давайте еще раз, давай еще. А у тебя деньги есть? А во что мы играли? Да, вот эти вот деньги. Нет, у тебя денег нет, значит мы играть дальше не будем. Давайте играть. Все, все, нет. Я считаю, я тоже не хочу. Деньги на столе где-то. Все, Коль, появятся деньги, приходи. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 19, 20. Коля, что ты радуешься? Слушайте, ну он сам выдавал. Аня, блин, слушай, блин, Аня, все, короче, мне нужно, короче, такси, я вызывал такси, у меня на карте нету денег, налички нету, было последнее, я, короче, пришел на кухню, там они играют, эти карты долбаные, я сказал, я поставлю свою наличку, если я выиграю, мне, блин, у меня нет денег, Аня, помоги, пожалуйста, у тебя есть. Коля, я ни хрена не поняла. Короче, Аня проиграл деньги у них, вот, у Леона, у Трэси, у вас... У меня закончились деньги. Да. Я хотел себе как-то заработать денег. Угу. Пришел на кухню, там они играют в карты. Угу. Я им предложил сыграть карты на деньги. Они согласились. Я поставил все свои деньги. Угу. Цитирую, где-то 60 гривен. О, как много. Гривен. Аня, ну это такси. Ну, хорошо, дальше. Туда и обратно. Ну, да, дальше. Такси можно оплатить. Аня, я поставил все свои деньги и проиграл. Пожалуйста, у тебя нет. Во-первых, тебя никто не заставлял играть. Во-первых, Аня. Да, слушай. Во-вторых, 60 гривен – это не такие большие деньги. Для меня большие, у меня вообще нету нет денег. В-третьих, у меня нету денег, у меня из налички. В смысле, наличка есть, может, поищи. 40 гривен, сегодня утром ехала домой. Блин. Все, у меня больше налички нет. И что делать? Ну, Аня, я не знаю. Ты вообще карты умеешь играть, вот эти, как дурака или что? Умею. Что, это же игра с детства. Ань, слушай, блин. У меня есть план, короче. Коля, блин, я потом уберу. Я потом тебя сейчас убью. Слушай, у меня план, значит. Мы ставим вот эти вот 40 гривен еще на карты. Вот. Коля, я не дура, я на деньги играть не буду. Ань, но это вот эти 40. И ты хочешь еще раз проиграть? Нет, слушай, я буду играть, а ты выйдешь типа на кухню, что-то будешь делать, какой-то чай, и ты будешь мне говорить, что делать. Ты будешь мне подсказывать таким образом. Поняла? Мы их обхитрим как-то. А какой понт мне в этом участвовать? Я не хочу обманывать своих друзей. Блин, а не хочу просто назад свои деньги. Мы потеряем. Тебе будет, мне будет сколько? 70%? Тебе 30%. По рукам? 40. 50 на 50. Нет, давай, а, 60 на 40. Ну там много моих денег. Коль, 60 гривен! Я тебе 40 только что одолжила. 55 на 45. Я жду. 5. 4. Ладно, 50 на 50. Но ты, Аня, на кухне. Но я еще подумаю. В смысле подумаю? Потому что ну, это некрасиво, Коль. Это некрасиво. Ты обманываешь своих друзей. Мы же не забираем их деньги. Мы только мои заберем. Те, что ты я обманываешь проиграл. Своих друзей. И это меня втягиваешь обман. В эту аферу. Ты будешь просто, понимаешь, ты будешь мой такой план Б. Скрытый ход. Такой скрытый конь. Как это? Троянский конь. Ну, ты... Ну, ладно. Ладно, ты будешь просто конь. Поняла? Я поняла, просто я не хочу обманывать Аня, 50 друзей. На 50 у тебя. Больная? Ты больная? У тебя 50%. Коль, как будто, ты так будто говоришь, как будто там на кону сейчас, я не знаю, миллион. А ты когда-то зарабатывала миллион, дурында? Ты зарабатываешь по 1000 гривен. Встала, пошли. Если ты будешь меня дергать, я никуда не пойду. Отпускаю.
Отпусти меня, не твоя, не твоя. Встала, пошли. Дурында, встала! Деньги пошли, забирай мои. Блин. Я не знаю, нафига я на это согласилась. Мне будет потом максимально стыдно перед ребятами. Это максимально неправильно обманывать. Но это 30 гривен, камон. 60 гривен в целом. Ну, типа, никто не обидится за 60 гривен. Так, давайте следующую игру. Ребята. А что ты вернулся? Ой. А ты 40 гривен нарулил. Штаны за 40 гривен продал. Коля продал штаны. Аня, что ты понимала? Аня, он тебе штаны продал? Коля, слышишь? Да. Коля, короче, не умеет играть в карты. Сначала проиграл свои бабки. Сейчас пришел с 40 гривнами. И думаю, что сейчас платит кэш. Коля, а как можно не уметь играть? А что вы играете? Подожди. Дурака. Коль, как можно не уметь играть в дурака? Ты шо? Молча, Аня ушла, скрылась. Это мы с нами. Аня, играешь? Не-не-не-не, я на деньги не играю, только на раздевание. Аня. Аня, в следующий раз. В следующий раз, да. Короче, Коля, мы убавим тогда твою сумму и добавляем сколько здесь. Тут у него было 30, здесь у него 40, здесь 40, 120. Здесь 40, здесь больше. 120 и плюс мы еще каждый. По 120. Да. А у меня нет денег. На карте. У меня есть ложка. Здесь 70. Так, без каких ложек? Коля, давай ты не будешь рассказать. Короче, давайте я раскидываю. А что ты взялся играть на деньги? Просто. Типа? Азартный человек. Первый признак азартного человека. Да. Так, скажи. Я тебя скинул там? Нет. Нет. Коля, ты не боишься еще раз проиграть? Боюсь. Боится только подвыгрыз. А я могу тебя попросить кипятка мне добавить? А, там туда чайничку. Понятно. Козырь Чирван. Опа, у меня шестерочка. Спасибо. У меня девяточка. Так, я хожу сюда. А все, ходит ли он? Да, спасибо. Держи, дорогой, твоя шестерочка. Ну, блин, у меня нет другого выхода, получается. Ничего себе. Трейси, тебе сколько сахара? Я могу тебе сразу заказать. Не, а не может без сахара, я типа этот выпью, ну, спасибо. Коля, что нервничаешь, цыкаешь там? На кону у нас сколько получается денег? Ой, много, гривен 500. 800, где-то. Дима, твой чай я положила. Черный чай, этот, боже, как он называется, твой любимый я сделала. А, принцесса Нури, короче. Можешь? Я первый раз такой честный. Ты, блин. Ладно, спасибо. Я тоже думал, что ты любишь принцессу. Все, я отбилась, идите в попку. Мне еще нужно следующий. Что на, у меня карт. Как вы не можете постоять? Нет, так нельзя делать. Почему нельзя? Ну потому что я отбилась этими картами, ты мне подкидываешь тем, что я отбилась. Нет, да. По игре можно. Да, Трейс. Так по игре работает. Да. Все карты, которые здесь есть, я могу... Так вы правила игры Луна. Ой, простите, что я спрашиваю. Миш, а что ты делаешь 10 числа? А, ничего. Лончик, на свидание позвать. Ничего. Не, мне просто надо снять ролик, и мне надо в этот ролик будет 6 человек. Так это через месяц. Ну, я хочу просто... Мне надо 6 человек, я хочу заранее узнать. Вы в дороге можете? Да. Да. Все, супер, спасибо большое. Короче, говно какое-то. Так, Оля. Я не видел. Я тебе хожу. Говорила, мама не играет, блин, на деньги. На весь раз. Забираешь? Нет. Оля, пошел в раж! Извините меня! Меня нету. Меня тоже ничего подкидывает. Отбой, ничего себе. Коля, ничего себе. А у тебя есть? Боже, извините, что я перебиваю. У тебя есть красного цвета, чтобы одеть тоже 10 числа? Да, у меня есть и кофта на застёжку. Аня, что за бу-бу-бу 10 числа? Будет видос, я хочу сделать свой YouTube-канал. И типа поделимся на две команды. Да. Девочки будут в красном, а мальчики будут в синем. Ага. Нет, мальчики будут в черном. Ага. Зачем? Черный. Сколько мы играем? Ну, против какой-то. А что именно красно-черный? Ну, типа, не знаю. Ну, типа девочки-мальчики, да, наверное. Чтобы разделить, типа, команды. А, ну ладно. Логично. Что обычно делают, знаешь, розовый-голубой, типа. Ну, да. Ну, ладно, пофиг. Хорошо. У меня своя планета, это мой тут канал, не надо. Хорошо. Хорошо. Да, у меня на застежке есть. Так. Так что, получается, Коля отбился. И что, сейчас ты... Да, я сейчас Коля валит Леон. Ну, давай! Так, Коля, давай ходи, не затягивай. Жги, мужик. Вот так вот. Чьи помятые. Он их держит энергию. Какие-то карты у тебя смятые. Восьмерочка, валет. Ага, сейчас я тебе. А вот так вот, и вот так вот.
У тебя что? Ты пошел на курсы, да, на курсы. У тебя карт больше нет? Нет. Как будто бы ты выпил таблетку, чтобы вырастить мозг. Ты что, выпил? Что? Что, у меня вообще нет карт. Коля забрал тебя за свои деньги, ура! У него нет карт. Денежки мои. Так, стоп. Нет, игра. В смысле? Это отбой. Еще раз сыграем. Еще раз. Нет, мы давай. В смысле еще раз? Ну мы тебе дали шанс, дай нам теперь шанс. Тебе просто повезло. Коля просто забрал назад. Так, я ставлю телефон. Ладно. Мне денег вроде больше нет на карту. Попробуй ложку отбить. Ты ставишь телефон? Да, я ставлю телефон. Я могу цепочку поставить. Я Сережки. Я уже говорила, Джессика. Иду попробую. Боже, вы чего? Вы дикие? Так. Карты на самом деле плохо играть, вы в курсе? Почему? Да, Коля, бачка-то! Почему это? Ну потому что на самом деле... А что это? Нет, карты неплохо играть. Это жемчужина? Ты их еще не выиграл. Так, ну что? Ходит на дурака? Да. Коля, ходи. На меня, получается, или как? На Леона. А. Ходи. Ребят, кстати, вы знали, что карты развивают умственные способности? Серьезно? Да. Нифига, они азарт развивают. Нет, я с 7 лет играла с мамой. И почему это привело? И ты тиктокер. Я с 7 лет играла с мамой в дурака. На, Леон. О. Подожди. А, то есть... Ну... Леонечка, я не буду тебя валить. Правда, мне нечем, даже если было, ты не валил. Можно мне конфетку возьму? Да, бери. Есть еще? Да. Опа. Ты сказала, не будешь меня валить. Ну, у меня король есть, надо его выкинуть. Спасибо. Вы пробовали вот эти красные конфеты? Они очень вкусные. Очень вкусные. Этот вкусно, и вот это очень... Ой, уже съел. Чё Аня ходит о цветах говорит? Какие-то постоянно красный, чёрный. Конфета вкусная, алло. Ребят, я не хочу проигрывать свой телефон, это гон. Я разочарована, потому что я была уверена, что я всё выиграю. Сейчас вы меня просто все бесите и всё. Понимаю. Так, это я к Коле хожу, да? Дрязь, успокойся, всё будет хорошо. Что мы играем? Я уже не верю в то, что я могу выиграть. Иди ж ты сюда. Шо, засыкал уже? Ой, у меня тут есть такая вот. Шо там? Коля, ты чё, обнаглел? О! Коля. Извините меня, у меня нет I'm больше. I'm so sorry. Шестёрок, семёрок нету. Блин, а Коля нас завалил, получается. Это же... Ты поделишься гайдом? Миш, а мне показалось ли у тебя под ребром набита бесконечность? Или мне показалось? Серьезно? Нет. Что? Я просто только что, я хочу татуировку набить, я только что вспомнила, что на каком-то видосе у Миши под ребром татуировка. У Миши не было видоса. Миши нож под ребром. А, сори, перепутала. Оба-на. Спасибо. Ого. Ого. Леончик тебя валят, походу. Очень приятно. Я вообще спать хочу, я уже проиграла свои Сережки деньги. Даже не буду бороться. Чего, Трейси, соберись. Я не буду бороться за победу. Трейси, соберись, все будет хорошо. Я играю, потому что мне нравится. На. Десятки. Козырная, на еще одну. На. God damn. Хорошо, что я не стояла телефон. Это настоящий телефончик на базу. Что? Я в шоке. Телефончик на базу. Сережки, ты говоришь, что они тебе не нужны. Коль, подаришь мне Сережку? Коля, давай. Ребята, не умейте играть. Я слушаюсь маму. Да. Если вы не умеете играть, что играете? Аня, что ты так обрадуешься? Просто нет, я просто не понимаю, вы собрались играть, а потом... Я ложку ставил. А куда телефончик делся? На базу. Я ложку ставил. На базу телефончик. Мечтан, давай. Вообще-то давай. Макс поставил. Давай, не Юли. Ну я ложку это ставил. Это твоя вина. Ну ложку можно ставить? Все, Коля, уйди с глаз. Я тебя прошу, можешь уйти отсюда? Мы уже больше не играем. Пробуй. С глаз? Давайте я с вами что-то собираю. Аня, ты не можешь идти с вами на тебя. Играть. Чего? Аня, будем пошли. На раздевание играть. Нет, да, Аня. Пошли. А нужно поговорить. Аня, пошли. Меня смущает, что Аня говорит, что она хорошо играет. А куда они ушли? При этом не играет. Ну, Аня там что-то убирала. Я сказала, чтобы они ушли, потому что они обеспокоили. Слушайте, но он же говорил, что он не умеет играть. Да это странно, что он выиграл. Это реально. При том, что он все четко
четко все ставит. Я же говорю, тут два варианта. Либо он выпил таблетку для мозга, либо он читает мысли. Он мухлюет. Либо он изначально притворился, что не умеет играть. Но это странно. Он прям... Типа такой ход, это мысли. Сильно умно для него. Да. Знаешь, типа он такой, притворишься, не умею играть, а потом их выиграет. Самое обидное, что я уверен был, что первый раз ему просто повезло, и говорит, я поставил телефон. Блин, ну это очень странно. Я не могу найти связь. Как так получилось? Таблетка для мозга. Ребята, вам не кажется странным то, что Аня все время стояла и какие-то числа говорила, цвета? Ну, типа, это максимально странно. Ну, я же сказала, что она будет YouTube-канал снимать. Ну, да. А при чем тут татуировка? Десятое число, красный цвет, черный цвет. Вам не напоминает колоды карт то, что она перечисляла вообще, ребят? Так, Коля слишком тупой, чтобы Аню попросить. Да, ты не знаешь. Они могли заранее договориться, они же хорошо общаются. Стоп, а где был Коля, когда мы вторую игру играли? Ушел куда-то. Я думал, пошел плакать. Но он вернулся с Аней. Да, и Аня подошла. И Аня тупо стояла за тобой, кстати, все время. Подождите, а чай? И когда ты бил на Колю, Аня постоянно стояла за тобой, точно. И поэтому, вот ты заметил, что он всегда как будто предугадывал, что будет? Угу. Черный чай принцесса Нори. Так я никогда не пил чай принцесса Нори. Принцесса Нори. Что? Королева. Типа да. Это дама. А, да. Бесконечность, восьмерка, красная карта, черная, красная. У меня тогда были черно-красные карты, когда она говорила YouTube черный, красный. А, мальчики и девочки, поделимся на красный. А у меня были... А я еще говорю, а что типа не розовый, голубой? Нас кинули. Нас кинули. Я сказал, это мой мир. Это мой мир. Это кринж, ребят. Жучка, вонючка. Раскинули цыгане. Надо пойти, короче, дать себе по голове Ане и пинок под зад Коле. Это жесть, как они сгруппировались. Но, слушай, зато круто, зато можно спокойно забрать твой телефон и типа забить и забыть. Тихо. Аня, я говорила, что все получится. Коль, так, все равно... Что здесь у нас? Все равно мы некрасиво сделали. Давай мне 50%. Это дарю тебе, просто так. Ну, типа, знаешь, будет странно, если Тресси придет и видит два их у меня. Два телефончика, это Миша, на, можешь взять эту дешевку, а я себе Макса возьму. Макса. В смысле, мы договорились 50-50, почему мне дешевый телефон, ну тебе дорогой? Это Миша, он ютубер, ты что? Ой. Это популярный телефон. Капец, Коль, я думала, ты не поймешь мои намеки. На, вот, и еще тебе бусы. Слышишь? И деньги. А как ты понимал мои намеки? Аня, молча. Я доходчиво, я нормально объясняла? Нормальные намеки, прикольно. Я думала, ты не поймешь. Сработаемся. Так. Да, конечно, куш мы сорвали миллионный. Аня, ну извините меня, какие деньги есть, такие есть. Ну что за эти деньги его купить? Не знаю, там какой-то, может быть, цепочку. Да! Победители, а что мы ныкаем? Ничего. Коля, где ты был, когда мы играли вторую игру в карты? Здрасте, у тебя что, со зрением плохо? Здрасте! Я сидел. У тебя смысле, это... плохо. Мы играли без тебя вторую игру. Первую Нет. игру ты проиграл, ушел. Мы Нет. играли без себя, потом ты пришел. Где ты был? В смысле, где был? В комнате своей. Как? С кем? Сам. А с кем я должен Аней. Быть? А я здесь при чем? Аня, что у тебя сережки лежат? Опа, мой телефон! Леона, бусы! Ну это я ей подарил. Он пришел. В смысле, ты сейчас ты начал дарить? Ну просто потому что Аня моя подруга. Он пришел, подарил мне сережки. Скажи, как выглядит карта Чирва? Чирва? Да, назови. Какой у нее, ну, красная. А что за знак там? Знак? Да, знак. Сердечко с таким хвостиком. Ага, Чирва с сердечком. Подожди, да? А Джокер? Джокера нет пока. Есть Джокер. Нет. Нет. Ага, хорошо. Ну в этих картах не было Джокера. Слышишь, Бубна. Джокер. Бубна. Может там еще там? Подождите, а что? Стоп, Аня, а ты не понимаешь. Тихо, ответь на вопрос. Бубна. Это а зачем я должен отвечать на какие-то вопросы? Он не умеет. Ушли хорошо, отсюда. Анечка, а что такое у Леонтьева, у Миши там это татуировка, восьмерка? Да, бесконечность. Так, татуировка. Аня приглашала. Черно-красная, да? Это видосик. А Аня, как будет называться твой YouTube-канал? Коля, что ты занял? Мой канал будет называться? Цыганка. В смысле? Цыганка натуральная. Какая цыганка? Подожди. Это дресс-код. То есть вы хотите сказать? Что вы вообще хотите сказать? Когда не знаешь, что сказать, подождите. Что вы с Колей цыганская парочка. Аня, а что это? Ты там десятки, десятого числа. Это дресс-код, десятого числа. Коля!
Я говорила, что это закончится плохо. И что обманывать нехорошо. Я говорила. Чистосердечное! Коленька, что ты там? Цыгане. В смысле? Коля! Все, я просто хотел свои деньги обратно. А он пришел ко мне, чтобы я помогла ему выиграть. Потому что он в картах нулевой. Ребята, я надеюсь, все понимают, насколько это плохо играть в карты. Мы сейчас бы без ничего бы остались. Чтобы вы понимали, Трейси вас вообще хотела забить. Трейси! Да! Я ему сразу сказала, что это плохая идея. Он пришел и начал меня таскать, что нет, давай помоги мне. Мы как в мультике Шрек. Это было прикольно. С этими факелами шли, за вами охотились. Короче, Коля. Извините, пожалуйста. Покупаем сейф и ложим вещи туда, потому что... Да извините, пожалуйста. Я не воровка, я просто... Аню прощаю, но, Коля, я хочу тебе сказать, если ты не умеешь что-то делать, лучше этого вообще не делать. И второе, давайте больше реально никогда не играть в карты. Я в комнате ставлю сейф. Да, только мои денежки будут иметь. Миша, ты сам принес и предложил играть на деньги. На деньги, да, предложил ты играть. Давай, раздавай деньги все. Нет. Будем играть в Уно. И вообще, я предлагаю выбросить нафиг эти карты, потому что... Да, давай. Не. На, забирай. Они мне надо. Зачем? Я гадать буду. За деньги? Цыганка! Нет, я реально умею гадать. Хочу. Все, забрали? Пока. Я, ребят, ну куда вы? Хотите, я погадаю? Аня, ну хоть деньги наши. Ай, ты говоришь, ты гадай! Так я серьезно умею гадать. Ань, у меня есть идея. Давай ты будешь гадать на картах за деньги. Коль, иди в жопу. А я буду тебе помогать. Я на деньги больше гадать и играть не буду. Ань, ну, особенно с тобой. Нет, особенно с тобой не буду. Потому что ты, во-первых, не умеешь играть, а во-вторых, обманывать нехорошо. А гадать на деньги друзьям, тем закройте более. Закройте свой рот, пожалуйста, все. Все. Давай придумаем какой-то иной бизнес. Хорошо. Придумаем другой стартап, только не на деньги. Ладно. Обманывать и воровать я больше не хочу. Ладно.